Люберецкая теплосеть проводит ремонтную кампанию на территории городского округа Люберцы. Работы ведутся своими силами, а также при участии подрядных организаций. Окончание ремонтных работ на магистральном трубопроводе планируется к сентябрю, то есть до начала отопительного сезона. Согласно графику, выполнение ремонтных работ ведется замена магистрального трубопровода диаметром 273 мм. Общая протяженность составляет 326 метров. Сегодня мы находимся на территории дворовой жилых домов. Это южная 11, 13, 15. И с правой стороны это у нас наше офисное здание «Строителей 8», АО «Люберецкой теплосети». Ремонтные работы ведутся японской малогабаритной спецтехникой, которая позволяет проводить замену трубопровода вблизи многоквартирных домов. По системе отопления и магистральной трубопроводы, о чем мы сейчас говорим, значит, мы используем стальные трубопроводы в пенополиуретановой оболочке. За моей спиной вот видно, значит, вот это темное, это именно эта оболочка. Внутри такой изоляционной системы проходит металлический провод. Это система СОТК, система контроля над состоянием трубопровода в момент работы. Благодаря ей можно легко найти место повреждения. А в случае поломки трубопровода не нужно проводить гидравлические испытания. На сегодняшний день мы ведем работу вот в центре города по Октябрьскому проспекту, мимо Аллеи Славы, и, значит, с выходом на Смирновскую. Там мы идем не открытым способом, а локальным проколом. То есть где-то выбрали грунт, грунт сразу вывозим на площадке хранения и складирования, для того, чтобы в городе, ну, не было таких навалов грунта. Также ремонтные работы ведутся в поселке Вуги, в Люберцах на улице Строителей, дом 6-4 и на улице Воинов-Интернационалистов. На сегодняшний день властями городского округа Люберцы запланирован ремонт 12 километров магистралей. Уже сделано больше 2 километров. Всего на капитальный ремонт власти выделили 162 миллиона рублей. Екатерина Скрижалина, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.